Вот это у меня вся грядка, на которую я посадила, уже морковь посадила, и буду досаживать лук. Лук, он у меня замоченный, желательно с вечера. Вот эти головочки берем, подрезаем, он будет быстрее всходить. А что это за лук? То есть специально покупался, получается? Это, он, да? Это семейка. Семейка, это что значит? Это семейка, это лук на зелень. Лук на зелень. И эту грядку, когда я все сделаю, так как все-таки апрель месяц, я ее прикрою укрывным материалом. Давай хотя бы сейчас часть начнем, посадим, покажем, как это делается, чтобы не утомлять обрезанием всего лука. Беру лук, обрезала, и начинаю сажать. Просто втыкаем в землю, да? Просто втыкаем, да. На всю глубину, ну, на всю высоту лука. Да, на всю высоту его чуть поприсыпем. Сантиметров 8-10 оставляем между луковицами. 8-10 сантиметров между семейка луковицами. Семейка, он будет разрастаться, будет давать зелень. Почему сажаю на морковную грядку? Луковая муха терпеть не может морковную муху. И потому морковка будет здоровее, и лук будет здоровее. Вот так мы сажаем. Сейчас я еще досажу одну луковичку. И присыпаем. Вот, слегонца присыпаем. Ну тут, наверное, если что, можно и в перчатках делать. Это, конечно, делать надо в перчатках, но так как я сажала морковь, я сажала без перчаток. Также я буду всю досаживать. Вот у меня морковка, а вот будет лук. С той стороны у меня тоже лук, он прикрыт, он будет сажен раньше, точно такой же лук. У меня получается так, лук с краю, лук с другого края и посредине морковь. Это у нас эксперимент. Сад у меня второй год. И я экспериментирую. То, что скажет, собираю все в кучку и все делаю. Будем смотреть, что у меня получится.